комплекс гимнастики для занятий 2 раза в неделю для детей с 5 до 6 лет. Сейчас мы вам покажем комплекс гимнастики для детей с 5 до 6 лет, который необходимо выполнять 2-3 раза в неделю. Ника, встаем в кружочек. Встаем, встаем. Перешагивай, перешагивай, перешагивай. Встаем. Наше занятие мы начнем с ходьбы на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем коленочки. Раз, два, три, четыре. И теперь походим по кругу за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь побегаем и поиграем в игру домик. Побежали, побежали. По моей команде надо будет прыгнуть в свой домик. Побежали, побежали. Бегаем, бегаем. Бегаем. Домик. Вот молодец. Еще побежали. Побежали. А теперь побежали в другую сторону. Побежали. Побежали, побежали. Домик. Молодец. Остановились. Остановились. Взяли обруч, разделили его пополам. Взяли его хватом снаружи. Ноги расставили на ширину плеч. И выполняем подъем обруча вверх. А раз, обруч вверх. Два, опустили к ногам. Три, вверх. Четыре, к ногам. Подняли ручки с обручем вверх. Смотрим, смотрим, опустили. Подняли ручки с обручем. Смотрим вверх, смотрим, опустили. Подняли ручки, смотрим вверх, опустили. Еще раз подняли, смотрим, опустили. А теперь выполняем движение скручивания ручками, как будто рулим большим рулем. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз, два, три, четыре. Остановились, обруч опустили вниз. Ножки расставили на ширину плеч. Ручки вперед. Обруч держим также хватом снаружи. И делаем повороты туловища вправо и влево. Поворачиваемся вправо. Раз. Прямо. Два. Влево. Три. Прямо. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Вправо. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два, три, четыре. Поднимаем обруч вверх и продеваем сквозь себя. Три, четыре. Раз, продеваем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь продели сквозь себя обруч и положили на пол. Будем выполнять приседания к обручу. Раз, присели, дотронулись до обруча. Два, встали. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодец, взяли обруч. Подняли его на уровень плеч, снаружи его обхватили, снаружи, вот, и побежали по кругу за мной. Раз, два, три, четыре, три, четыре, побежали, побежали, побежали. Далеко не убегай, за мной бегаем. Побежали. В другую сторону, я за тобой теперь побежала. Побежали. Побежали. Хорошо держим на уровне плеч. Хорошо держим обруч. Спинку держим. Теперь пошли на носочках. На носочках. На носочках. Пошли на носочках. Высоко, высоко. Пошли на пяточках. На пяточках. Еще раз на носочках.
и на пяточках. Остановились, встали на свое место, опустили обруч и вышли из него. Давай обруч. Положили обруч в стороны и поиграем в игру. Называется ручеек. Прыгаем. И раз, два, три. Раз, два. Молодец. Три. Назад прыгай. Раз, два. Молодец. Три. Еще прыгаем. Раз, два. Молодец. Умничка. Раз, два. Молодец. Три. А теперь мы еще с тобой побегаем. Тогда побежали. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Побежали. В другую сторону побежали. Можно побегать или поиграть в активную игру. Побежали, побежали. А теперь перешли на шаг. И маршируем медленно, спокойно. Становимся на свое место и продолжаем маршировать на своем месте. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Маршируем, восстанавливаем дыхание, поднимаем ручки вверх, вдох, ручки вниз, выдох. Продолжаем маршировать на месте, поднимаем ручки вверх, делаем вдох, выдох. И еще раз вдох. Выдох. И последний раз вдох. Выдох. И останавливаемся. На этом наше занятие закончилось. Завершайте занятие ходьбой или игрой малой подвижности длительностью 3-4 минуты. Обратите внимание на восстановление дыхания ребенка.